крах империи шефа Калин 86, он же Андрей Талалай. Водители разбегаются кто куда, машины в простое, даже Дмитрий Радостин, он же по некоторым данным Долженко, также собрался уходить. Ранее небезызвестный Миша ушел обратно в АТЛ, а шеф, он же Андрей Талалай, тем временем распродает машины. По информации, которую я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, помимо Скании, еще несколько автомобилей выставлено на продажу. При таких обстоятельствах будущее его фирмы общества с ограниченной ответственностью РТИ сервис крайне туманно. Да и Скания продается за 800 тысяч, видимо, совсем дрова, автохлам для хачухи. Обратимся к документам. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Помимо прочего, тут имеется описание деятельности, чего тут только нет. Целая империя, и вот она рухнула. Наши КАМАЗики какие-то без работы стоят, без водителей. Примечательно, уход Михаила, друга Калин 86, я бы сказал, очень близкого друга. Так вот, этот уход от шефа совпал с празднованием дня рождения Калин 86. Что там у них случилось, шеф тщательно скрывает, что вдруг друзья разбегаются. Неужели на дне рождения Калин 86 шефу кто-то дал в морду? Уволю всех! Кто ударил шефа? Грубияны! Но там был только Миша, а Дмитрия Радостина там не было. А он тоже собрался уходить. Мишка зовет к себе сменщиком. Пошли ко мне, сменщики. Он на график ушел. И спрашивает, почему, чего, как. 3 через 3 работать будет. И полмесяца работает, полмесяца отдыхает. Ну как, 3 через 3. 3 суток отработал, 3 дома. А деньги те же самые. Ну и здесь по месту все. Цемент, стройка. Ну такое. Движ. Короче, посмотрим. После употребления такого количества бухла, которое закупил Калин 86, там могло произойти все что угодно. Еще 2, мы что-то посчитали, все-таки нарыло по литру. Некоторые комментарии последовали от шефа, он же Андрей Талалай, на его канале «Будни шефа». Так он подтвердил уход Михаила и сказал о намерениях Дмитрия Радостина. Про Калин 86 высказался как-то неопределенно. Сам Калин 86, он же Николай Галенко, никак не комментирует происходящее событие. Но я уверен, он уже ищет себе место получше. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.